Добро пожаловать в детский фикс-прайс! Все для детей! У новиночки вот куколка такая. Из игрушек. 199 рублей. Очень красивая, даже в обуви. На подарок за Мэту. Вот еще такая есть. И, конечно же, мальчики есть тоже. И тоже по 199 рублей. Машинки на пульте управления. Смотрите, какие разные, расцветки разные. Обалдеть! Очень разные расцветки, очень красиво. 199 рублей. Еще. Настольные игры вот такие. Тоже по 199 рублей. На игра, дорожка, машинка. 199 рублей. Еще такая игрушка. Делать сладости. Из пластилина, скорее всего, что. Или из Play-Doh. Стоимость 199 рублей. Ребенку это прям замечательно. Играться, заниматься. И фломастеры нашла. Тоже новинка у нас. Таких я не видела. Ароматизированные фломастеры. 6 цветов. В форме мороженки. Очень симпатично смотрится. 77 рублей. Точилка. Точилка-пандочка. 55 рублей. Красиво. Есть еще зайчики. И еще какие-то фигуры. Там разные. Не буду доставать, потому что это долго. Закладки. Такие стильные. 55 рублей. Вот такая линейка. 77 рублей. Можно носить как браслет. Очень красиво смотрится, очень стильно. Такая же есть для мальчиков. Набор фломастеров или маркера. Фломастера. Очень красивый набор. Настоечки. 99 рублей всего. Расцветки тоже разные, коробочек. Очень красивые. На подарочек самое то. Вы не поверите, но это ручка. Прикиньте. Это ручка, фигурная ручка. На пружинке с подставкой. Вот как она вытаскивается. Очень жаль, что я цены не вижу пока что. Ну, я думаю... вот, 55 рублей стоит. Еще такая есть, тоже ручка. Тоже по 55 рублей. Красота. Ручка-леденец. Это прям очень модно сейчас. Всякие вот эти вот леденцы, мороженки. 55 рублей. Где я права? Ой, такие же, смотрите. Тоже по 55 рублей. Фигурки разные. И леденцы, и мороженки, и всякие-всякие. Очень ярко, очень красиво. Еще вот такие куколки есть. Смотрите, какая красота. Какая модница. Штаны. Очень красиво. Всего лишь 99 рублей. А еще в оранжевом платьице. Танцующие куклы такие. За 99 рублей.
скорее всего, что внутри светится и создает такие формочки. Луна, сердечко. А еще вот такие вот стульчики. Стульчики для кормления, для девочек, для пупсиков. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Тут цены нету, но я подозреваю, что 99 рублей. Еще новинка такая, я не видела раньше, по 199 рублей пупсик. Глазки закрываются. Он в пижамке, по-моему, одетый. На батарейках, мама говорит. Папа, значит, по 199 рублей. Очень симпатичный такой. А еще чего я раньше не видела. Машины. Смотрите, какие большие, какие красивые. Если бы Настюша могла ходить, я бы ей обязательно купила. Она очень хочет такую машину. Только она ходить не может. И интересно, почем они? Ну, я думаю, где-то 190... А, да, 199 рублей. Очень красиво. Настюше бы понравилось. Вот такая еще игрушка. Развивайка. 55 рублей. Это для маленьких детей, чтобы заниматься, развиваться, пальчики развивать и цвета заодно учить. Набор для творчества. 199 рублей. Еще такая игрушка. Это для ванны. В ванной крепится. 99 рублей. Правильно, чтобы ребенок на шампуне не отвлекался, а игрался. Куколки такие. В комплекте идут разные наряды, разные платьишки. И разного цвета. Туфельки. Сумочка, сережки, расческа. От 6 лет. Даже заколочка есть. Стоимость 99 рублей. Для мальчиков часы такие крутые. 99 рублей тоже. Переноска. Для питомцев. Вместе с питомцем. Стоимость 99 рублей. Вот такая переноска красивая. Вот такая еще игрушечка. Тут пироженки, хлебушек, вафельки, доска и ножик. 99 рублей. Еще такая игрушка. Считалочка, чтобы научиться считать, плюсовать. Стоимость не указана. А, 99 рублей. Вот, на другой указано. 99 рублей. Еще такие точилочки. 77 рублей. Точилка морковка. Две штуки. Строительная машина такая. Бетономешалка, скорее всего. Металлическая. 199 рублей стоит. Очень красивая. На подарок вообще. Есть еще такие. Вот это тоже новинка. Я раньше таких не видела. 199 рублей. Умная машинка называется. Это, скорее всего, что машинка едет по рисунку. Как ребенок рисует, так машинка и едет по контуру. Вот тут нарисовано. Есть такие еще красные, синяя машинка есть и желтые. Вот такие еще коллекционные машинки есть.
по 99 рублей. Конструктор, машинка, веселые магнитики, 199 рублей. Есть еще и розовые, расцветки есть разные. Мыльные пузыри, тут прям вот литровая такая, 99 рублей стоит. Бытовая техника, телевизор, по-моему, такой, 199 рублей. Кулер, тоже 199 рублей, яркий такой, кстати, разные цвета есть. Это холодильник. У Настюши есть такой холодильник. Это пылесос. Блендер. Миксер. Миксер такой. 199 рублей. И слаймы. Смотрите, какой большой слайм. 199 рублей. Ой, ну мне кажется, дорого. Я их подешевле брала. Такой набор липучек я Насте брала за 300 рублей. Тут стоит 99 рублей. Прогадала чуть-чуть. Вот такой кубик. Почем он? Почем? Стоимости нету. И дальше тоже нету пока что. Ну, где-то 55 рублей. Плита для девочек. 99 рублей. Вот такой столик для кукол. Стоит 99 рублей. Карета большая, 199 рублей, но продается без лошадки. Велосипед для куклы, 199 рублей. Вот такая куколка, принцесса, скорее всего, что она оттуда вылупляться должна. Стоит всего 99 рублей. Симпатично. И расцветки есть голубенькие, есть розовенький и желтенький. Кстати, игрушка кубик стоит 77 рублей. Такие надувные большие шары я Настюше тоже купила по 100-150 рублей, по-моему, то ли 135 рублей в магните. Здесь он стоит 99 рублей. Арбизы, смотрите, как их много. Стоит 99 рублей вот эти две колбочки. Я Настюше тоже купила, надо делать. Такой большой набор карандашей стоит 99 рублей. Разные-разные цвета. Очень большой набор. Вот такой набор, называется «Цветочный сад». Это свой сад цветочков сделать. 199 рублей. Очень хорошее занятие для девочек. Тоже для малюток от 3 лет. Вот такой наборчик. Ищи пару. Желтый на желтый, синий на синий. Стоимость 99 рублей. Вот такие кухонные гарнитуры. Плита, шкафы, духовка. 199 рублей. Такие пазлы. Принцессы. Это для детской комнаты. Стоимость 199 рублей. И для мальчиков тоже есть. Тоже 199 рублей. Также есть вот такие. Тоже по 199 рублей. Скорее всего,
но цены я не вижу. Ну, думаю, что тоже 199 рублей. Сквиши всякие по 99 рублей. Единорожек. Мишка такой. Одноглазик такой. Чудо-юдо. Все по 199 рублей. Даже вот такой яркий-яркий пони. Единорожек. И рыбка. Сова. Насте очень нравится. Они очень вкусно пахнут ванилью. А вам понравился обзор игрушечек из Фикс Прайса? Тогда ставьте нам, пожалуйста, пальчик вверх. Подпишитесь на канал, если не подписаны. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новинки.